больше тратишь на свою любимую женщину, тем тебе больше принесется. Принесется. Согласен. Это такой закон. Ага, ребята, всем здорово, Саныч на связи. Принесется, говорит. На оленях утром ранним, да? Ребята, и снова вот эти вот ролики, когда мужчины помогают создавать такие вот подобные тиктоки женщинам. Ребята, ну я не знаю, как бы, может кому-то будет оскорбительно, но я считаю их оленями, да, ребята? Вот прям еще и макароны себе. Они думают, что это все шутка, что это как бы типа там, и похохочем вдвоем, там типа, да, починим, классно все. Ребята, но в итоге это олень, он прогибается под бабу и снимает с ней такие вот унизительные, я считаю, для мужчины ролики. Нет, посмеяться с женщинами, там по попке их пошлепать, да, как бы, ну я все время о своем, как бы, но тем не менее, почили с ними, там, повеситься, это классно, ребят, но когда вот такая вот шняга уже идет, как бы, ну, такой себе, это то же самое, что, допустим, я сейчас чаечку приглашу себе, допустим, в ролик, да, там, я не знаю, буду там сидеть и рассказывать, что ты мне обязана, там, да, ты обязана на этот, меня обеспечивать, потому что ты настоящая женщина после этого будешь, да, как бы, она скажет, ты что, охренел, иди нахер, как бы, любая женщина об этом скажет. Такие вот, ребята, дела.